Коммунальные службы округа продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду. Проверка и ремонт оборудования ведется на всех станциях Люберецкого водоканала. Один из объектов посетил Владимир Ужицкий. Вода – источник жизни, источник воды для жителей улиц Космонавтов, Южный и Мира, водозаборный узел номер один. Жизненно необходимый объект, обеспечивает питьевой водой 15 тысяч жителей. В настоящий момент уже проведена промывка резервуаров чистой воды. Это два резервуара по 1000 кубов. Сейчас идет плановый ремонт насоса второго подъема и замена водомерного узла. Чтобы избежать поломок зимой, проверять работу узлов начинают в марте. Пандемия и перебои с поставками оборудования на график ремонта не повлияли. Люберецкий водоканал сегодня – это квалифицированные люди, это профессионалы. На водозаборном узле, в принципе, идет такая работа, связанная с ревизией, с экспертным анализом всех систем. Здесь я оцениваю все достаточно на хорошем уровне. Плановые работы на этом участке завершат в течение 2 недель. Подготовка к осенне-зимнему периоду на всех узлах Люберецкого водоканала закончится 10 сентября. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.